Добрый день, друзья! Сегодня один папа прислал письмо, где написал, что если он будет осознавать практики, как они делаются и зачем, то, наверное, ему будет легче двигаться в этом направлении дальше. И поэтому вот для него, и не только для него, я решила записать еще один ролик про практику зеркала, потому что я ее все-таки считаю основополагающей, и достаточно этой практики, сделанной качественно и действительно грамотно, осознавая все, через нее можно выйти, ну, на любые высоты, да, то есть она одна самодостаточна. Смотрите, как устроены структуры психики. Вот есть некая структура, здесь у нас эго, ум, высшее я, да, она формирует картину мира, здесь есть я. И в то же самое время эта же структура формирует и имеет зеркальное отражение. Я идеальный, я зазеркальный, я в психике эталонный, да? И если рассмотреть дальше структуры психики, мы найдем зеркало, здесь платформы, все, что мы изучаем, все, что мы рассказываем, здесь лежат блоки программного обеспечения уже по темам, тематические и по периодам развития человечества, да? Точно так же в зазеркальной части есть такие же блоки, это все зеркально-симметрично, но блоки немножко по-разному работают. И если вот в этой части работает понимание, то назад идет осознание. И здесь идет осознание, а назад идет понимание. И таким образом вот эта вот система корректируется, самонастраивается. Таким образом я реальный сонастраивается с я эталонным. По сути дела, это вся суть игры, которая называется игра под названием «Жизнь», за некоторыми исключениями. По сути дела, у этой игры нету никаких настроек, что человек там обучается, он кому-то что-то должен. Он просто вот как маятник запущен, и идет постоянно процесс сравнения и коррекции, сравнения и коррекции, сравнения и коррекции, и перезагрузка ситуации под коррекцию, да? И, как правило, сценарий, он уже прописан, и все эти корректирующие загрузки мы сами прописали себе во время инкарнационного цикла. И таким образом вот этот вот механизм сравнения, он продолжает работать в психике, это настройка, потому что вот эта вот божественная часть, я Бог, я чистое сознание, я чистая составляющая, я эталонная составляющая, обеспечивает эталонное здоровье. Где-то идет сбой по информации, все у человека начинается определенное изменения в симуляции, именно информационные. Следующие изменения, если идет накопление, процесс, и нету обратно осознаний поступления, то есть сигнал обратный не приходит сюда, значит система выдает сбой по энергетике. Если по энергетике не прокатывает, не продавливает за счет энергии, значит следующий сбой по физиологии. И таким образом в какой-то момент доходит до инкарнации. Все, система очень просто устроена. Здесь никто никому не обучает, никто никого не посылает в ад, никто никого никуда не посылает, да? Потому что никого нет, кроме того, кто в эту игру играет. И таким образом, а это в своем восприятии, да, у меня есть я, а у вас есть вы. Больше никого нет. Попробуйте, вот залезьте сюда, и вы это четко увидите. И, казалось бы, это одна и та же игра, а что будет, если вот я реальный будет равен я эталонным? Вот мы сравняемся в игре, и что тогда будет? Законный вопрос. Что, игра закончится? Нет, господа, на самом деле вот эта вот игра, она образуется такими условными и прописана на таких условных геометрических носителей, пойдет сакральная геометрия, есть два тетраэдра, и между ними возникнет определенный зазор, который позволит системе сместиться либо вправо, либо влево. Либо на повышение частот, либо на понижение частот. И таким образом запустится новый цикл асимметричный, который снова будет стремиться к симметрии, к гармонии. И этот процесс бесконечен. В тот момент, когда у человека выключается эта реальность, глаза открываются, включается другая реальность, и он снова в роддоме, и снова игра, и так далее. Вопрос, будет она в этом цикле, или будет в следующем, и он будет проживать цикл на Альфа-Центавре, это уже вопрос смещения, куда пойдете, да? Но вообще эти вещи можно осознать и управлять ими осознанно. Об этих всех вещах писал в свое время Кастанеда, об этих вещах втайне передают каббалисты и так далее. Это все идут как тайные знания, но на самом деле этот зазор есть.
И управлять этими процессами, реальностями можно осознанно. И это все начинается только тогда, когда я реальный и я эталонный, синхронный. Синхронный, когда я есть, я эталонный. Если синхронизации нет, то и развития нет. Но для системы развитием является также деградация. То есть вы можете по частотам идти вверх, в верхний диапазон, вы можете по частотам идти вниз, в нижний диапазон. Это всего лишь разные игры. Если в нижнем диапазоне вам нравится проживать боль, страдания, утраты, горечи, поражений там, и так далее, есть люди, кому это нравится и которые в этом активно участвуют. Если вы хотите по частотам сдвигаться вверх и проживать счастье, радость, удовольствие от игры под названием «Жизнь, здоровое тело» и так далее, тогда это сдвигание вверх. И это все про осознанные переходы человека. Когда мы человеку помогаем и отлаживаем, вот делаем системные настройки человека, мы человеку даем в руки мольберт и краски и говорим: нарисуй свою жизнь. И знаете, все-таки из наших наблюдений половина будут рисовать старый сценарий, где есть боль, обиды и так далее. Вот эти игры, им нравится заваливаться в эти состояния. А все-таки вторая половина возьмет и нарисует счастье. И нам приятно общаться со второй половиной. Вот суть практики зеркала, другими словами.